Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, управления внутренних дел по западному административному округу, главного управления МВД России по городу Москве совместно с коллегами из патрульной постовой службы полиции округа задержали шестерых подозреваемых. Они занимались оформлением поддельных документов в сфере миграции. Предварительно сотрудниками управления внутренних дел по западному административному округу было установлено, что Москвич вместе со знакомыми создал сайт, который визуально был похож на интернет-страницу Центра по предоставлению государственных услуг в сфере миграции. Злоумышленники уверяли заинтересовавшихся в подлинности документов, после чего предлагали им оформить заявку с помощью одного из мессенджеров. Затем заказчику привозили фальшивый документ с поддельными печатями органов государственной власти. Стоимость услуги составляла от 6 до 18 тысяч рублей. В настоящий момент установлено порядка 100 эпизодов противоправной деятельности фигурантов. Общий ущерб превысил миллион рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемого организатора и пятерых его сообщников. В ходе обысков по местам проживания подозреваемых изъяты компьютеры и телефоны, в которых находилась база данных потерпевших следователем следственной части следственного управления, управления внутренних дел по западному административному округу, главного управления МВД России по городу Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам предъявлено обвинение и избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.